Городок. Ну что, волнуешься? Нет. Я когда... Так, что это у нас такое? Он выходил, сам волновался. Ну, давай. Так, не понял. Так, секундочку. Папаша, это что у нас, новый ученик? Да. Прекрасно. Я классный руководитель, на пару слов. Так и звонок уже прозвенел. Подождут. А ну заткнуться всем! Я приду! Так, папаша, ну, время сейчас такое, на разговоры времени нет. Как говорится, ничто на земле не проходит бесплатно. Особенно школа. Так что, если хотите, пацану хороший аттестат, готовь, бабуля, я все устрою. Боже мой, какое счастье, что этого не слышит его отец. Не понял, а ты кто? Я? Я новый директор школы. Понял?